Сталь жаждет крови. Влетим туда, словно пылающие бочки. Будем осторожны. Плачу занести топор. Здесь лучше вести себя тихо. Они собираются казнить пленников. Эти подданные леди Ильвин нарушили данную шеруклятву. Это ложь! Молчать! Они признаны виновными в клевете на святую леди Ильвин, подготовке к мятежу и других бесчестных поступках. Это чушь! У вас есть возможность сознаться в измене. Сознайтесь! И вас ждет праведная смерть. Откажетесь и умрете с позором. Эй, брат! Я виновен! Признаешь ли ты, что трусливо замышлял предать леди Идвин? Мой отец и его отец, и отец его отца бились за Мерсию. Я бился за Мерсию. А вы хотите оставить нас на милость этого мерзавца? Этот суд посмешище, а ты, падаль, умри с позором! Это достойные тены. В чем их обвиняют? Постой! Мятеж ждет! Казнить пленников правильно! Освободи, мы поможем! Обходим врага! Что, страх лечит? Меня не убежишь! Тебе не выжить!
Выпусти меня. Идвинский. Я от Гедрика. Давай выбираться отсюда. Ugh.
Погляди. Расправь крылья, Сюнин. Thank you.
толпа взялась за нас. Спасибо вам. Я жив и смогу поквитаться с леди Идвин. Я Тен Хольд. Гедрик жив? Да, он в Бакингеме. Славный Тен, мы на твоей стороне. Мерсия должна принадлежать тем, кто любит эти земли, будь то Саксы или Даны. Богом клянусь, я лучше выдам свою дочь за Дана, чем продам свинью кому-нибудь из Уэссекса. Раз Гедрик вас поддерживает, я тоже. Мы ищем Фулке, божью женщину. Ты знаешь, где она? Может, ненадолго забудем о Фулке? Наша цель — Идвин. Знания Фулки могут все изменить. Без них я не исполню свое предназначение. Безумные Фулки? Даже если она безумна, мой брат хочет с ней встретиться. Чем раньше это случится, тем ближе конец этой войны. Поймите, Фулке — еретичка, распространительница опасных знаний и враг церкви. Заявила, что говорила с Богом. Ее схватили по приказу леди Идвин, и я не знаю, где ее держат. Полагаю, в монастыре. Нужно все разузнать. Сигурд, не надо ли рассказать Гедрику, что здесь случилось? Можешь сделать это сама, но нужно спешить. Возможно, Фулке в опасности. Из-за нее ты рискуешь потерять все, чего мы добились. Поверь, Эйвор, Фулке очень важна. Скоро ты все поймешь. Надеюсь. Мы разбили лагерь на востоке Линфорда. Старая пристань на Грейтус. Встретимся там. Мы, Тены, соберем фирт и остановим Идвин вместе с вами, любой ценой. Сообщи Гедрику. Скажи, что мы явимся по его зову. Нужны все, кто может сражаться.
где Эдвин не осталось. Гедрик постарался. Припасов у нее было в достатке. Вы славно потрудились. Пролилось много крови. Как же здесь уныло. Скучно. Масло, стрелы для спрингалда, фураж. Берем все ценное, остальное сжечь. Гедрик. Эйвор, Тены выжили? Все до единого. И собирают в фирт тех, кто может воевать. Тены тебя поддержат. В бою с Идвин нам пригодится любая помощь. А вы с братом, поддержите ли вы меня? Ценю твою прямоту, Гедрик. Я с тобой, как и мой брат. Идвин уютно устроилась в своем замке. Она собирает там людей и припасы, будь она проклята! А где твой брат и его странный друг? Продолжают искать ту женщину, Фулки. Брат уверен, что она поможет нам покончить с Идвин. Но я не понимаю, как. Делай, что должно, Эйвор. Когда придет время битвы, мои люди будут готовы. Я двинусь к замку Кинни-Белли, поведу фирт на приступ. Идвин защищают крепкие стены. Может, я могу как-то ослабить ее хватку в шире? Или заставить беспокоиться? А, дельная мысль. Можешь избавить нас от ее подпевал, если встретишь. И так защитить фирт от раздоров. Мы отбили часть припасов. Если найдешь еще, просто уничтожь их. Это легко. Как будете готовы, приходи в лагерь у замка Кинни-Белли.
Люди, Идвин, они идут! Забыл точильный камень. Опять. Эй, ты, в чем дело? Они идут! Быстрей, или нас всех перебьют! Недолго тебе осталось! Не сдаемся! Теряем бдительность! Сволочь! Делай, как я! Ты спасла наши шкуры. Огромное тебе спасибо. У старой пристани. Вот и лагерь. Как нам расположить ее к себе? Объяснить, зачем пришли? Или... А вот и Эйвор. А, ты как раз вовремя. Божья женщина Фулки здесь. Ее держат в монастыре святого Альбана, прямо за поворотом. Время пришло, Эйвор.
Совсем скоро все изменится. Я бы порадовалась за тебя, если б знала, кто она и зачем нам нужна. Я достаточно рассказал. Сейчас пора действовать. Ты не сказал ничего и ждешь слепого доверия. Я хочу говорить с ней. Я твой ярл. Этого вполне достаточно. Зачем? Хочешь, чтобы она превратила Идвин в угря? Фулки не единственная наша цель, Эйвор. В монастыре целая гора сокровищ. Все не пересчитать. Я уже обыскала монастырь от Нефа до Крипты и вынесла оттуда все сокровища. Пленников я не видела. Она там. Я уверен. И эта женщина ценнее всех богатств. Эйвор, было время, когда ты шла за мной, не задумываясь. Ведь мы доверяли друг другу. И ты знала, что я никогда тебя не подведу. Не стану без нужды рисковать нашими жизнями. Почему ты больше не видишь во мне того, кого видела раньше? Своего брата, свою семью. Сигурд, ты знаешь, что я никогда не предам твое доверие. Я пойду за тобой. Но эта охота не может длиться вечно. Гедрик рассчитывает на нас. Разумеется. И мы не подведем. Пошли. Ты уверена, что не видела в монастыре ничего важного? Крипту, пленников? Не помню ни того, ни другого. Что известно об этой женщине? Мало что. Вроде искательница приключений. Тэн назвал ее еретичкой. Тебе не нужно!
придаст мне сил! Тебе конец! Где эта женщина? Там будет крипта или темница. Иисус, помоги мне! У тебя нет выбора! Иди.
Святого Альбана. Мы на месте. Фулки держит там. Где-то в надежном месте. Может, ее увели? Нет. Одно и то же, да? Идешь туда, идешь сюда, играешь в кости, ночуешь у местной, ползешь обратно, спишь в грязи, если повезет. Скучаю по Нагорьям. Так и не узнали, кто пробрался в женский монастырь. Ну, я и сам об этом думал. Ни одному же епископу там веселиться. Священники все твердят о верности и грехе, но сношаются чаще нашего. Есть о чем подумать. Пора тебе сдохнуть. Сейчас выпотрошу. Попробую зайти сзади. Stand off, Wayfactor! Where is the friend? Сюда. Наконец-то. Как святой Иуда, благодарю тебя, возлюбленный Иисус, за то, что дал мудрость. Кто посмел войти в это святилище? В пещеру, пропахшую мочой и слезами? Как ты смеешь? Нам нужна Фулки. Она больше не будет вас состязать. Это безумное? Самозарожденный дух прислал ангела, чтобы забрать меня. Открывай дверь. Ее должны наказать за ересь, но не даны, не магометане, а истинные христиане. Монах, наши руки в крови ваших стражников.
Неужели твоему богу так нужны мученики, что ты готов к ним присоединиться? Разумный вопрос. Я должен помолиться. Господь велит мне привечать всех. Что ж, вот ключ. Возьми. И уходите оба, ты и твой странный друг. Эй! Хвала тебе, хранитель сокровищницы света, за шанс на спасение. Тебя прислали ангелы Сокласа? Или самозарожденный? У меня нет ответа. Это тебя зовут Фулки? В этом мире я Фулки. Скромная искательница истинной сути самозарожденного. И ты собираешь артефакты? Собираю орудия детей Сокласа Глупца. И у меня много диковинок. А есть ли среди них гладкий камень с необычными знаками? Как любопытно. Рясы и капюшон скрывают смуглую кожу, а этот дьявольский клинок... Нам нельзя медлить. Скоро здесь будут воины. За монастырем есть стойло, там мы сможем спокойно поговорить. Веди нас. Идем. Как долго ты пробыла здесь? Недели три. Может, месяц. Из-за твоей ереси? Да, именно. За свою жизнь мне удалось собрать множество ценнейших предметов, созданных рукой ложного бога Демиурга, которому поклоняются эти дуни в рясах. Я находила эти реликвии по всей Германии и в земле франков. И в Англии тоже. Леди Идвин считает их святотатственными, но ее ум затуманен. Этим предметам нет цены. Можно ли взглянуть на них? Если хочешь знать правду о своем происхождении, ты узнаешь ее сегодня. Да, хочу. Я последую за тобой. Хватит с меня тайн, Сигурд. Фулки хранит предметы огромной ценности. Один из них может раскрыть мою сущность. Твою сущность? Ты говорил, это для дела, для победы над Идвин. Знать, что ты потомок древних богов, уже победа. Я получил бы власть над этими землями. Потомок богов? Брат, во имя глаза Одина, что ты несешь? Фулки, говорят, у тебя есть камень со странными символами и изображением древа. Это правда. Он зовется Камнем Сак. В эти земли его привез Дан по имени Рагнар Ладброк. Он при тебе? Это жемчужина моего собрания реликвий. Ты продашь этот камень, чтобы заключить союз? Нанять воинов? Или ты просто хочешь потешить свое самолюбие? Пожалуй, подожду, пока вы трое придете к согласию. Ждать ни к чему. Мы хотели бы взглянуть на камень и прочесть руны на нем. Никому не под силу их прочесть. Язык неизвестен и, вероятно, давно забыт. В таком случае ты ничего не теряешь. Это верно. Спасибо тебе, о самозарожденный, что прислал этих троих мне на выручку. Послание богов тут ни при чем, Фулки. Я пришла сама. Ты пришла по моему зову, Эйвор. Я говорю от их имени. Брат, у меня уже голова пошла кругом. А меня, между тем, ты все больше и больше интригуешь. Камень Сак спрятан. Его оберегает мой помощник. Отправимся прямо сейчас. Чем быстрее покончим с этим, тем лучше. Идем. Отнесись к камню без предубеждений, Эйвор. Он может заинтересовать тебя больше, чем ты думаешь. Я не могу делать.